Привет! Это канал «Письма со всего мира». В один день мне пришло сразу 4 письма. В это, конечно, сложно поверить, но чему удивляться, как с такими задержками почты. В любом случае, я очень рада, что они пришли. 3 письма из США и 1 из Австралии. Примечательно то, что 3 письма из США вскрыла таможня. Вот сразу 3 письма. Не знаю, что они там ищут, может быть, это из-за ситуации в стране моей, может быть, из-за того, что я не прописываю фамилию, это, кстати, вариант Толика был. Но, в принципе, даже, ну, ладно, там, предположим, по 2 фотографии, неужели на сканере не видно, что внутри? Ну, меня эта ситуация не очень радует, потому что... Ну, хотелось бы самой вскрывать, а не кто-то передо мной смотрел это все. Вот, но что поделаешь. И, конечно же, меня больше всего интересует вот это письмо из Австралии. Потому что если вот с этими 3 письмами я примерно знаю, кто там ответил, то это для меня черный ящик. Но очень хочется сейчас открыть, но нет, мы откроем другое письмо. Так, откроем вот это письмо. Итак, обратные расходы оплачивала, причем использовала марки Толика, которые он наклеил мне на конверт. Судя по всему, это марки для открыток, но я использовала их для письма, и письмо дошло. Вот, длинный конверт... И примерно знаю от кого, и это не актриса, не певица, не актер и даже не писатель. Ну что, открываем. Даже не знаю, то ли тут резать, то ли так уже. Ладно. Вот видите, я уже не первая открываю конверт. За меня его уже открыла таможня и посмотрела, что там. Я злюсь. Ну... Ах, вот. Так. Да, это именно то, о чем я думала. Посмотрите, думаю, вы сейчас смотрите на экран и недоумеваете. Так, одна размазалась немножко фотография. От кого же? Это гонщица, ребят. Ее зовут Хейли Диган. Когда я увидела ответы на платном от нее, я заинтересовалась и начала просматривать информацию о ней. Посмотрела пару гонок и хочу сказать, что ей всего лишь 17 лет, но в 2018 году она стала первой женщиной, завоевавшей пол и выигравшей гонку региональных дивизий NASCAR. И там чемпион NASCAR в какого-то года сказал, что наибольший потенциал вот у этой девушки. Если бы его спросили, кто может реализовать свой потенциал и кого можно ставить выигрывать, то вот это именно эта девушка. Поэтому я решила ей написать, посмотрела все видео с ее участием, она мне очень понравилась. Я увлеклась, собственно, и это вылилось в то, что я решила ей написать. Она хорошо отвечает. Вот так вот она подписала. Ни имени, ничего, но тем не менее, вот так. Фокус, ты где? Так, фокус. О, вот, вроде бы пошел фокус. Посмотрите. Вот такая вот у нее подпись. Ну, я сомневаюсь, что вы будете ей писать, но, как видите, я не только пишу актерам и актрисам, но мне интересно получать автографы и от других известных личностей. Вот, ну, на всякий случай я оставлю ссылочку в описании про нее на формуле, сайт есть такой, и вы сможете про нее почитать.
посмотреть видео, может быть, она вам тоже понравится. Обратные расходы оплачивала и тоже рекомендую оплатить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу. Пока!